Câinii de la azilul Insula Speranța din satul Ciobanovca, raionul Aneninoi, riscă să rămână fără mâncare. Potrivit angajaților, rezervele sunt pe sfârșite și au mâncare pentru 4 pezi, doar pentru 2 zile. Конечно, нуждаемся в большой помощи людей. Это нам нужны сухой корм, продукты, которые долго хранятся, консервы, крупы. Cei 274 de patrupezi sunt hrăniți de 2 ori pe zi. Aceștia consumă zilnic 100 de kilograme de crupe și 80 de kilograme de carne. Около 1000 леев это только корм для животных. Помимо этого у нас еще есть, конечно же, лечение больные животные, которым тоже нуждаются в медикаментах, как бы зарплата работников также. У нас арендуется тоже. Мы арендуем, да, мы платим за территорию, за свет, за воду, абсолютно как бы за все. Câinii sunt îngrijiți zilnic de 6 angajați și un medic veterinar. Моя задача убирать, наливать воды и мыть посуду. Они как люди, надо к ним тоже подход. Они веселые, радостные, когда видят. De obicei, la azilul de la Ciobanovca ajung maidanezi răniți sau bolnavi. Ei sunt tratați, vaccinați, sterilizați. Там попадают в основном больше подброшенные к воротам. Щенки, больных животных привозят на лечение с улицы, и мы их тоже оставляем, потому что они уже не способны себе сами добыть пищу животные. Azilul de câini Insula Speranța activează din 2014 și a fost deschis de 2 voluntari în satul Ciobanovca, raionul Aneninoi.